Мусор из Львова, наконец, будут вывозить. Местные власти договорились об этом с тремя городами области. Но вот только с какими не признаются. Возможно, опасаются, что местным жителям это не понравится, и они снова начнут митинговать. Пока речь идет о захоронении 900 тонн отходов. Еще 6 городов должны дать ответ завтра. Как заявил мэр Садовый, заключенные сделки – это единоразовая акция. Снять проблему в целом они не помогут. Ведь каждый день во Львове накапливается примерно 600 тонн мусора.